Салат Вальдорф изобрели в США. Здесь он всем хорошо знаком, но с ним не слишком заморачиваются. Нарезали ингредиенты, добавили любые орехи, заправили майонезом и готово. Я предлагаю немного заморочиться. Мы будем карамелизировать орехи и готовить специальный соус для этого салата. Все приготовление салата можно разделить на три этапа. Карамелизируем орехи. Готовим соус, нарезаем ингредиенты. Карамелизировать орехи я предлагаю заранее. Их можно потом хранить несколько дней в сухом месте. Если у вас аллергия на мед, то специи и сахар можно замешать в куриный белок, а потом обвалять в нем орехи. Но тогда они не будут блестящими. Из специй я использую паприку и белый молотый перец. Я купила белый молотый перец специально только для этого салата, так как я готовлю его очень часто. Черный перец, мне кажется, не очень уместен в этом салате. Подсушивая орехи в духовке, их нужно периодически пробовать. Они должны быть хрустящими и вкусными. Если вам кажется, что специй недостаточно, то пока они горячие, вы можете посыпать их немного больше специями, которые вы используете. Второй этап. Я нарезаю ингредиенты соломкой, а виноград пополам. Яблоки беру твердые, кисло-сладкие, красные, с тонкой кожурой. И никогда их не очищаю. Мне кажется, так красивее. Готовим соус. Примерно в равных частях смешиваем крем-сыр и несладкий греческий йогурт с ложкой лимонного сока. Можно использовать и сметану, но йогурт не привносит в салат лишний вкус. С йогуртовым соусом этот салат получается очень легким и свежим на вкус. Хрустящие орешки придают ему пикантности. Он очень насыщенный и вполне самостоятельное блюдо. Такой себе легкий ужин.
посыпать белым перцем. Никогда не замешивайте орехи в салат. Они размокают и перестают хрустеть. Орехи лучше положить в отдельное блюдце и смешать с салатом уже непосредственно у себя в тарелке. Вкусно. Для кого-то аперитив, а для кого-то и ужин.